Всем приветики. Итак, что нового в обновлении MIUI 11? Как я и говорил, в том списке не все пишут, что они добавляют. То, что первое бросается в глаза, это иконки. Все иконки стали другими, вот они. Заменились значки приложений. Потом там, где вот сверху, вон оно, над этим... как его называют, над часами H теперь стало маленькое. Раньше оно было большое, а теперь оно стало маленьким и горит над сетью. Вот, потом, когда я включал саму эту сеть, здесь вот выбор MTS BY, когда первый раз включал, после перезагрузки у меня две симки, оно предложило, с какой симки выбрать, короче. Это прикольно, раньше никогда не предлагало. Плюс сами значки стали больше. Интернет раньше был поменьше. И, кстати, некрасиво оно включается. Вот фонарик включить синее, а выключается белое. Раньше, наоборот, белое было включение. Вот. Потом что нового еще добавили? Добавили в галереи. Теперь при двумя пальцами уменьшений можно посмотреть все за месяц. А потом выбираем какую-нибудь картинку и возвращаемся туда же, где были, ну или не туда же, а там, где выбрали. Вот. Затем добавили в музыке, например, а можно выбрать трек и обрезать его. И все, и ставим на звонок. То есть максимально удобно. Потом добавили задачи. То есть вот у нас задачи есть. Мы пишем задачи, те, которые выполнены, ставим галочку. И они зачеркиваются, типа как выполненные. Тоже прикольно. Вот. Потом установился Excel зачем-то мне. Сервисы добавили. Раньше такого не было. Обратная связь. Раньше, чтобы отправить... о проблеме отчет, нужно было войти в MIUI аккаунт. А теперь не надо, это прикольно. Теперь можно отправлять. Раньше я не хотел регаться, а теперь и не надо вроде как. Вот, потом добавили какие-то обучалки. Типа вот персонализация, темы. Редактор мелодий, создание ярлыков. И здесь, в общем, все описывается. И так в каждом, типа... моменте путешествия, двойные часы, то есть можно даже смотреть свое и чужое время. А скриншоты, кстати, теперь, когда делаешь, можно их отправить сразу, и теперь они в формате другом. Раньше был PNG формат, а теперь JPEG, и он весит меньше, как бы. Потом в настройках, ну, сам MIUI теперь переливается. Раньше был картинка, а теперь типа анимации. Вот. Плюс иконки стали такие более больше и более такие понятные. Как-то разделено, но так по разделам более понятнее, что ли. Ну, плюс иконки сами более понятнее стали. Ну, здесь все как и было, разве что. Теперь, ну, например... вот там, где пароли безопасности, типа такой отпечаток. Добавилась новая штука уже от Гугла от самого. Цифровое благополучие и родительский контроль. И здесь видно, где ты был. В музыке, галерее, настройках. И типа показано, сколько по времени ты там был. Чем больше полоска, тем больше времени ты там сидел. И можно даже ограничить как-то. Ну, в общем, такая удобная штука. Ну и сами настройки теперь уже по-другому расположены. И даже если в конце каждых настроек есть что-то связанное с этими настройками. Вот. И теперь, лазя даже вот по экрану, в конце есть, ну, вот экран, блокировка экрана, безграничный экран подсказки. И плюс все это само теперь... как-то по-другому все это упаковано. Некоторые функции уже не там, где были. Ну, в общем, надо везде лазить, все смотреть.
Вот, ну так все. Как-то так. На этом все. Всем покедова.